Танцы на траве. Мероприятие под таким названием прошло в поселке совхоза имени Ленина. Его организовали сотрудники муниципального центра культуры. Цель небольшого музыкального праздника – познакомить взрослых и детей с народными песнями, танцами и забавами. Фольклорный праздник «Танцы на траве» прошел в рамках серии мероприятий «Подмосковные вечера», которые проводятся в поселке совхоза имени Ленина каждую неделю. На них выступают как исполнители музыкальные коллективы Ленинского округа, так и гости из Москвы. В этот раз упор сделали на русские народные традиции. Ну что, поехали, поем! И! Как у дяди, у Сережи было семеро детей, было семь сыновей, было семь дочерей. Мероприятие подобного формата сотрудники муниципального центра культуры организовали впервые, но поскольку праздник понравился и детям, и взрослым, проводить его решено каждую неделю.